испытать свои силы, а также показать, что такое здоровый образ жизни. Вот она, мотивация конкурсантов спортивного форума «Старт поколений». Каждый год это мероприятие собирает большое количество участников, в их числе не только студенты. Для того, чтобы помериться силами, сюда приходят учащиеся общеобразовательных учреждений и даже детских садов. Всех этих, пусть пока еще и начинающих спортсменов, объединяет главное. Каждый из них ведет здоровый образ жизни. Всем чем-то занимались понемножку. Ну, вроде КМСов ни у кого нет, и мастер спорта тоже. Все любим спорт и все занимаемся спортом. В этом мероприятии принимают участие все желающие, кто неравнодушен к спорту и физической культуре, но мы допускаем к участию всех детей, кто имеет допуск от врача. Воспитанники детского сада номер 24, учащиеся средней школы номер 9, студенты двух вузов города. Список участников довольно велик. А потому организаторы мероприятия в лице педагогов кафедры физической культуры постарались продумать программу таким образом, чтобы каждый из представителей разных учебных заведений смог продемонстрировать свои навыки и умения. У нас будет, значит, легкоатлетическое многоборье, где принимают участие школа номер 9 города Бреста, студенты Брестского государственного технического университета и также студенты нашего университета. Открыл фестиваль танцевальный марафон. Ребята смогли не только хорошенько потрудиться, но и подарить себе и друг другу хорошее настроение, с которым войдут в новый насыщенный летний сезон.